И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, RobloxPlay, и сегодня будем играть в игру Hacker Simulator. Ну, точнее, Coder Simulator. Здесь надо покупать своих кодеров, точнее, тех, кто будет вам, взламывать и покупать, давать деньги. Еще здесь надо покупать компьютеры, чтобы ваши вот эти кодеры смогли вам получать деньги. Так, это нам не надо. Вы смотрите, у нас ничего нету. Ладненько. Нам нужно все оборудовать. Поэтому у нас небольшой вот такой дом по наследству. И нам придется покупать и тратить свои денежки. Так, думаю, хватит трех. Так, еще нам нужны кодеры. Они тоже за 100 рублей, конечно. Так, вот. Вот так. У меня есть, вы уже знаете, что у меня есть еще другой аккаунт, с которого я тоже снимаю видео. И у меня там очень хорошо прокачано. Я такой сижу, играю и думаю, а может заснять со своим подписчиком видос? Но я уже слишком хорошо прокачался. А я хочу, чтобы они видели, как именно все надо делать. Поэтому решил создать новый аккаунт, когда делал свой канал, чтобы потом вам показывать те игры, видео, которые я уже на старом аккаунте, на том другом аккаунте хорошо прокачан. Вот зачем мне вот этот аккаунт и другой аккаунт. Пока мы с вами разговаривали, у нас набралось 2000 монет. И думаю, давайте купим, например, новенький компьютер. Один, конечно. А зачем один? У нас на 5 хватит. Даже больше хватит. Окей, хорошо. Вот так прям стол будет. Так, надо ровненько ставить, чтобы везде поместилось. Так. А теперь вот так. Интересно, здесь поместится? Да, поместилось, ребята. Так, вот. Теперь надо купить своих кодеров. Побольше. Так, а теперь надо всех как-то усадить. Play. Первый кодер, второй кодер, третий кодер, шестой, седьмой, восьмой, девятый, шестидесятый. Ой, что-то я того. Ладно. А что мне теперь еще делать? Ладно, мы можем новых кодеров давно купить. И можем новый вот такой компьютер купить. Купим немного этих кодеров. Даже на еще хватит. И на еще. Хорошо, пока пусть стоит. Ладно. Cancel. Чек, у меня же был один компьютер хорошенький. Вот он. Дорогой. Так. В другом смысле дорогой. Он очень дорогой. 4К стоит. Кстати, ребята, если хотите обзор небольшой по моему дому, то давайте наберем 5 лайков. Некоторые мои подписчики, это мои друзья, которые уже знают, какой у меня дом. Половина моих подписчиков хотят увидеть мой дом. Хотя половина еще мои родственники. Посмотрим. Ого, у кого-то офис. У меня аккаунте тоже открылся, кстати. Вау, это не мое. Вот мое. Так, теперь надо... теперь надо вот этого... это удалить. И
поставить обратно и посадить этого кодера. Так, теперь это его удаляем. Стоп. What the fuck? А, я его случайно удалил. Простите. Извините, простите. Так, убираем вот это. Два кодера. Я думаю, один остался, но... Так. Так, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Лайки и подпишитесь на мой канал. Вы же все-таки хотите, чтобы нас стало 100? Как бы, смотрите, нас уже 10, поэтому уже было видео. Давайте наберем 20 подписчиков. Давайте, ребят. Нас уже 12. Еще двое подписались. Спасибо им большое. Им респект, конечно. Большущий респект. Кто не знает, респект – это благодарность. Короче, ну, очень большой респект. Я очень благодарен. И всем тем я благодарен, кто подписан на мой канал и ставит под всеми видосами лайкосы. Вы же тоже хотите, чтобы я вас благодарил? Тогда поставьте лайк и не забудьте про подписку. Что это? Я упал. Пока будем забираться, еще 3 года пройдет. Через 3 года спустя. Фух. Ладно, ребят, шучу. Короче. Потерялся я. Я потерялся. А, не, вот мои бомжи. Привет, бомжи. А, вы по мне не скучали? А? Ок. Ладно. Вау. Так, надо. Не пон. Так, ты сюда. А вот. Почему здесь никто не сидит? А вот я не понял, я не понял. Вот сюда садим его. Так. Убираем. И ставим супер-мега-крутой компьютер. Он не помещается. А, вот, 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 вот. Так, кто пойдет сюда? Точно не ты. Точно. Я же говорил, точно не он. Вот это пацан. Видно, что ему все равно на жизнь. Ладно, шучу. Ему не все равно на жизнь. Ребят, кто не поставит лайк за 3 секунды, тот отправится в ад после смерти. Вы же не хотите после смерти отправляться в ад? Нет? Ну, тогда ставьте лайки. Я засекаю таймер. 3, 2, 1. Успели? Молодцы. Надеюсь, вы и про подписку не забыли. Ура! Так, ребята. Так. Простите, что что-то было там. Ну, что-то написано. Простите, пожалуйста, это я просто не заметил. Я такой играю и не замечаю этого. Простите, пожалуйста. Ну, в общем, все было так. Я здесь все поставил. Вот. Крутые компьютеры, все такое. Ну, ребята, наверное, буду заканчивать. Простите, что ничего не записалось почти. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайки. Я прям прошу вас. Ну, всем пока-пока. С вами был Roblox Play.